И снова здравствуйте, всем привет. Итак, вот такой получился MyLaTeX. Давайте рассмотрим, а потом очки мы сделаем со стеклом. Так, здесь у него, значит, штанцы. Это у него идет обувь. Вот так он выглядит для будущих таких одежд. Ну, как болванку можно его использовать. Так, модель будет в описании. Можно это все дело, значит, скачивать, переделывать, что хотите с ним делать. Можно делать анимацию. Так, вот такой вид у него для плавания в воде. Можно именно трусы вот эти анимировать, ну, как надувать, добавить кости, как-то сделать, когда он в воду погружается. Так, ну, в принципе, вот такой получился персонаж. Не стал я делать его под лицевую анимацию. Пока применение не знаю, куда ему деть. Анимации пока с ним делать вроде не планируем. Ну а тело вроде бы получилось, не знаю, для какого-нибудь будущего персонажа худого. В принципе, что так. Вот лопатки ему даже пролепил. Позвоночник видно. Модель низкополигональная, и поэтому как мало деталей. Ну, нормал мапы я понаделал тоже. Будут папки с текстурами, и можно вот выбирать, допустим, персонажа, и здесь уже внизу подключать нормал мап. Так, ну тут вот вопрос в чем. Хочется попробовать сделать именно стекла для очков. Так, файл open MyLaTeX, don't save. Так, ну вот это можно пока, ну ладно, оставим. Сейчас добавляем что? Добавляем ему add mesh, и можно циркл вот этот или цилиндр добавить. Вот этот. Ну давайте циркл добавим. Так, тройка на numpad, делаем R, перекрутку, вперед чуть-чуть вывести, поднять кверху, единицу на numpad, заходим в Edit Mode, делаем A, F, закрываем полигоны эти все, S уменьшаем, ближе подставлю, G. Подставляем, значит, к очкам. Это будет у нас оправа. А, пардоньте, не оправа, а как же она называется? Так, тройка на numpad. И вот это дело мы подставим к очку. К оправе. Вот это вот оправа. Так, ну нормально. Все пойдет. Теперь заходим в Object Mode. Заходим в UV Editor New OK. Смотрим, что тут вообще происходит. Выделена. Текстура есть. Нажимаем файл Smart UV. И добавляем расстояние, допустим. Вот такое дело. Так, развертка есть. Layout. Теперь заходим в шейдинги, и нужно создать новый материал. Создаем новый материал. Удаляем вот этот вот BSDF. Долой. Ну а теперь добавляем ноды. Так, первый нод — это глаз BSDF. Так, шейдеры, по-моему, да. Глаз BSDF добавляем. Потом добавляем, значит, bump. Bump. И в add текстуры. Так, noise. Noise текстур. Во. Подключаем. Так, вот эту часть я сейчас побольше поставлю. Очки поближе подвинем сюда, чтобы видеть. И подключаем, значит, surface.
Это глаз BSDF Surface подключаем normal к normal. И фак подключаем. Так, а куда же мы фак подключаем? Ну, пока сюда, наверное. Здесь ставим побольше налей. Так. Включим лифт свет. Семерка на нампаде. Так, layout. Выбираем свет. Назначим, значит, там солнце и пятерку. Так, тройка на нампаде R перекручиваем. G подставляем. Семерка на нампаде. Еще немножко перекрутим G. Так, единица на нампаде. Смотрим, как он тут выглядит. Все освещен. Опять же выбираем глаз. Шейдинг. Шейдеры. Приближаем. И что тут нужно сделать? Это подключить. Так, Screen Space Refraction. Вот этот. И ставим Refraction. Теперь в материалах находим тоже Screen Space Refraction. Ну, что еще тут можно сделать? Вот уже появилось, значит, у нас по стеклу. Вот оно. Ну, видно, что стекло. Если сейчас чуть-чуть притемнить. Вот. Вот у нас уже стекло. Ну и можно тут настройками поиграться. Оно тут так. Сайт. Равность. Если уберем так, если чуть-чуть прибавим. Вот так где-то на 400. Так, это вот у нас искажение. Вот эта штука, значит. Потом, что еще тут можно поставить? Это размытость. Это значит глаз BSDF. Вот размытость ставим. Чуть-чуть можно так помутнее, да? Дисплей. Если подключим к height, а ну-ка смотрим, что получится с height 5. Вот тут вообще получается, а ну-ка. Получается вот такая штука. Это нам не есть хорошо. Вот это вот нормально. Distance. Так, что тут еще? Если вот это понизить. Как ее называется? Так, если, допустим, единицу поставим. Больших изменений как таковых я не вижу. Ну, а если на поставить, то вот изменения есть. Вот это вот вся искаженная, да, искривила глаз. Scale, значит, scale поставим. А ну-ка, если 50 000, enter. Ну, вот тут получается вот этот вот, как ее называется, шершавость, вот это вот noise, вот эти вот. Много нойсов. Так, а если сюда переключим на стенч, ну вот тоже неплохо. Тогда это уже дистанс плохо работает. Так, рафнес, это что у нас тут? Это четкость, это удаление. Вот таким образом. Можно еще приблизить, так и поближе, типа глаз. Так. Дистройк. Что это такое? Дистройк. Ctrl Z. По нолям. Детали. О, давайте еще детали помучаем. Посмотрим. Это их тоже детали мало вижу. Инвертировать. Тоже, ну, очки видно. Видно, что это стекло. Вот такая вот настройка. Так, а вот это вот черная полоса. Это из-за того, что... Так, что это? Roughness.
Рафнес это размытость тоже дают. Чуть-чуть поменьше. 216 где-то. Так, и вот это стекло подравниваем. Вот. Ну, чтобы краешек все равно был виден. Так. Кайл вроде бы как такового не играет роли. Именно вот на этой настройке. А если на дистанс переключить, то здесь нойсов почему-то не видно. Так, а если нойсы и нойсов побольше, допустим, поставить. О. Да, уже нормально. Ну, на это получается сколько? Ну, давайте 100 тысяч. Тут я что-то переборщил. Ну, вот уже стекло такое мутноватое. 100 тысяч. Ну, еще добавим 500. Маловато. Значит, добавим 200 тысяч. Тоже что-то. А, во. Вот так можно. Стенсом вот этим. Стенг этот. Стринг. Вот им можно немножко мутность стекла вот эту добавлять. Вот. Тогда здесь столько не надо. Это достаточно будет. А ну-ка, если... О, хватит. 50 тысяч. Вот такое получается стекло. Рафность можно уменьшать. Прибавлять. Так, понятно. Вот это вообще дестроинг не играет роли, по-моему. Что-то я не вижу разницы. Так, детали. 16 тысяч. Ну вот уже размытость такая, мутноватость есть. Уже стекло напоминает, только теперь нужно цвет чуть-чуть сделать побелее. Тут можно красный, зеленый цвет делать, ну чуть-чуть, не сильно белый, а такой как бы, да вот, темноватый. Черный цвет, понятно, что не просвечивается. Так, roughness. Еще roughness уменьшаем. Чуть-чуть прибавляем. Где-то на 167. Так, это тоже тут можно добавлять. Вот эту вот мутноватость, отблеск. Это вообще четко на 1000. Вот четкость какая. Тем не менее, видно, что это стекло. Так, наверное, будет лучше. О, на 900. Ну, вот такая вроде бы простая настройка, прикольная. Вроде бы. Во, нормальное искажение идет. Пойдет на 200 дистанс деталей. 16 больше не делается. Чуть-чуть понизить. Давайте до 12. Рафность наполовину поставить. В принципе, уже нормально. Так, только цвет совпадает с цветом именно тела. Надо это дело немножко так.
белые будут, прозрачные. Вот. Все, вот теперь нормально. Вот теперь зашибись. 0 на нампаде. Shift F сочетание клавиш. Поездим стрелками вперед-назад камерой. Бок поровнее, семерка на нампаде, подгадаем, значит, источник света R, поднимем высоту, так, потом на лицо свет вообще не попадает, вот так, наверное, повыше еще. Ну, вот видно, что здесь нет, а вот здесь видно, что отражение как от стекла идет. Так, семерка на нампаде, R в эту сторону, G чуть-чуть назад, лицевой свет, и немножко вниз. Во, 0 на нампаде, и тут вообще видно, что это, правда, он в очках. Вот так вот сбоку вообще видно, что мутноватость идет, то стекло присутствует. Ну а теперь вот это стекло зеркалим. Это вот модификатор мира на персонажа. И почему-то у меня мира далеко отходит от модели, хотя модель симметричная. Так, Edit. Полигоны. Выбираем. Подгоняем. Не проблема. Object Mode. Стекла присутствуют. А вот так они уже прозрачные. А так вообще вот классные очки. Так, еще тренд. Вот можно вообще размыть. Так, или чуть-чуть сделать почетче. Чуть-чуть можно четкости добавить, но шероховатость оставит разную. Красность чуть-чуть прибавить, мутно сделать или лучше добавить четкости. Так, что тут еще? Вот так вот. На 900 оставим. И, в принципе, меня пока устраивает вот такой результат. Тем более, это первый раз это дело делаю. Но, в принципе, не первый. Делал еще бутылки для мультфильма. Стекло, чтобы бутылки были стеклянные. Ссылку на ролик оставлю в описании. Может быть, кому-то пригодится, понадобится. Итак, модель в описании. Можно все это дело качать и так далее. Все, всем пока, до свидания.